красном трико мастер спорта международного класса Зорман Тукая. Город Грозный. Ему 27 лет. 15 лет занимается вольной борьбой в школе спортивного мастерства Грозного. Тренируется под руководством заслуженного тренера России Жаа Умарова. Лучший результат – второе место на Кубке мира в этом году в Иране. Серебряный призер международного турнира серии Гран-при Иван Ярыгин. Анзор Болтукаев впервые борется в финале чемпионата России. Синим трико Абдусалам Гадисов, Дагестан, Махачкала. Также мастер спорта международного класса. Ему 24 года. 12 лет занимается борьбой. Тренеры Иван Мурза Алиев и Сагид Муртазалиев. Чемпион Европы, победитель Кубка мира, двукратный чемпион России, победитель международного турнира Гран-при Иван Ярыгин и турнира Али Алиев. Участник Олимпийских игр в Лондоне. Болельщикам будет интересно узнать, что Анзор Болтукаев по молодежи боролся в весовой категории 74, затем 84 килограмма. Сейчас борется 96 килограмм. Давай, пошел! Пошел!
И вот последняя минута схватки и нашего чемпионата на ковре. Буквально за полторы секунды до конца поединка победный балл взял Балтукаев.